Всем привет, вас приветствует игровой канал Сайн Геймер, снова пошел, вы смотрите обзор модов на GTA San Andreas, тоже 52 выпуск. В этом выпуске я взял мод под названием Халк, который добавляет скин Халка в GTA San Andreas. Вот, в принципе, самый Халк. Вот еще одна его копия. Вот он стоит. На самом деле, Халк очень крутой, мне вот скин очень понравился из-за самих текстур. Текстура довольно хорошая, но и выглядит он очень реалистично. Ноги все зеленые полностью. Зелененький Халк в штанах порватых, причесон. Он стоит, смотрит. Давайте этого говнаря завалим. Все, убили этого Халка. Побежали. К сожалению, это только скин. Ничего он больше делать такого не может. Поднимать машины, что-нибудь рушить. Просто заменяет скин обычного СиДжея. Давайте теперь сядем в машинку. Посмотрим, как это будет выглядеть. Поехали. Ну, прикольно выглядит. Ну, конечно, не для вождения машин он точно создан. Можно, например, на мусоров поставить. Вообще, вот будет эпично смотреться. Ну и круто, в принципе. Так, спрыгнем с парашюта на Халке. Так, Халк, вылезай. Давай, перепрыгивай машину. Так, пошлите. Парашюта нет, блин. Он стоит. Ладно, давайте попробуем так спрыгнуть. Прыжок. Должно жизни, в принципе, хватить. Да, хватило. Не пробил, к сожалению, Халк землю, когда упал так сильно. Так, ну ладно, давайте еще на крыше прыгнем. С велика. На велике будет. На велике поездить будет. Вот вообще круто. Ну или на мотоцикле. Так, о, вон мотоцикл у нас стоит. Сейчас посмотрим, как у нас будет Халк на мотоцикле ездить. Да, во. Мощный вообще просто Халк. Блин, сейчас бы где-нибудь его на улице увидеть, то что я заменил на кого-нибудь прохожего. Точно из Лос-Сантоса. Было бы круто увидеть его где-нибудь здесь бы. Но, в принципе, что-то никого нет. Ну, значит, ну, это ездит очень даже хорошо. Но вот... Проблема в том, что он здоровый, если был бы как человек, в принципе, наверное, бы нормально бы сделал. Но все равно очень классный скин. Мне он просто очень понравился. Так, трупачок здесь еще лежит. Да, наш трупачок лежит. Так, велосипед здесь есть? Нет, чуть нифига нет велосипеда никакого. Халк, Халк, Халк. О, оружие как он прямо из руки как будто стреляет. А на самом деле держит оружие. Мне, кстати, понравилось, как он базуку держит. Между пальцем, короче. Эй, давайте, бомжи. Может, я еще где-нибудь Халку увижу, когда так постреляю. О, мусора. Так, быстренько на жизни кот. Ну нет, что-то не видно Халка. О, он баланс с прошлого выпуска. Ну что ж, вот такой вот Халк. Вон как он держит оружие. Так, в руках, вон, дробовик. Ну, конечно, стрелять вот не очень удобно, мало что видно. Так, ну, с бензопилой тоже. Так, ну и, в принципе, кулаки. Ну, мне, кстати, еще понравилось, как он бегает. По-моему, бегает он реально как настоящий Халк. По-моему, Халк также носится. Ну, или это уже от самой GTA так просто идет. Ну или мне просто это кажется, но на самом деле очень круто. Еще вот я вот тут немножко вот такой баг заметил, штаны как будто просвечивают. Но это, по-моему, во многих скинах есть такой баг. Блин, что за говно? Нас били. Ну что ж, вот такой вот довольно-таки хороший скин Халка. Правда, в машинах он не очень хорошо смотрится, но все равно все-таки очень прикольно. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паша. Не забудьте подписаться на канал, также поставить палец вверх и прокомментировать ролик. Всем удачи, всем пока.